Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин Олимпия опять с вами. По вашим многочисленным просьбам мы показываем модели, которые у нас считаются топовыми и никогда не выходят с нашего ассортимента. Итак, данная модель будет представлена в разных цветовых решениях. Я уже показывала. Это васильковый, это винный цвет марсала, это изумруд, черный, ну и, конечно, белый. Начну я с белого. Длина изделия в данном случае, в данной модели, 85 сантиметров. Большой объемный капюшон, мех Копенгаген, в общем-то, мы уже с ним знакомы. Вообще мы все свои шубы отшиваем только из аукционного меха. Далее, кобра капюшон, великолепный мех идет, и лекала просто безупречная. Кобра капюшон, он идет объемный, но при всем при этом не сваливается с плечевого пояса. Этому мы уделяем большое внимание. Данная сетка, в общем-то, ее можно рассматривать с 46 по 54 и даже 56 размер. Очень удобная, комфортная, как для автоледи, так и в городском режиме. Мы никогда не позволяем тянуть мех, то есть здесь мы видим с вами не перепад меха, а шкурка идет один к одному, то есть используются только хребтовые части. Итак, по спинке. Ну и, конечно же, опять кулиса на рукаве. Если вы зашли куда-то в помещение, вы можете раскрыть. Нигде не прерывается мех, только используются объемные тушки. Да? Вот. Не прерываются, никаких у нас с вами отрезных линий нет. Ну и, конечно же, кулиса на рукаве. Рукав тоже выполнен полностью в хребтовой части. И обращаю ваше внимание, длина изделия 80-85. Шикарная длина, и я думаю, что запросто любители автоледи все это для вас, но, конечно же, и кто носит изделия длинные, брюки, допустим, классические брюки, джинсы, они тоже это изделие сослужит вам и в городском режиме. Далее, посмотрите, вот я сейчас буду поворачиваться. Капюшон не вываливается, не раскрывается, он четко сидит по плечевому поясу. Застегиваем. У нас с вами большой объемный капюшон превращается вот в такой вот воротник. Воротник идет немножечко как будто бы шалевый, да, но в то же время переходит в объемный хороший капюшон. Стоимость изделия для наших подписчиков, это новая коллекция, будет 199 тысяч в белом цвете. Следующий цвет я также хочу вам представить. Это пудровый цвет, он у нас также бывает очень редко. А начали мы с вами именно со светлых изделий. Посмотрите. Какой шикарный мех. Плечи у нас никогда не разваливаются. И как всегда я проговариваю, что просматривайте обязательно в капюшоне. Убираю беленькую нашу красавицу. И идем на пудровый цвет. Тоже очень приятный цвет. Подкладочная ткань здесь выполнена тон в тон, но с характерным принтом. Мы всегда стараемся делать маленькое отличие. Вот. Итак, сейчас у нас также длина сохраняется 80-85 в этих изделиях. Посмотрите, фабрика делает хороший запах 3 сантиметра. То есть это по всем ГОСТам, ОСТам, которые, в общем-то, используются в шубных изделиях, по всем нормативам. Далее, несмотря на то, что изделие у нас шубка идет в светлых тонах, я ее простегиваю, мех не заламывается. Также кулиса на рукаве. В этом сезоне мы сделали стандартный рукав. Пудровый цвет, кстати, очень нежный, красивый, но он такой, знаете, не выбеленный, приглушенный, и я бы сказала, уходит в теплый тон. Вот такая вот шуба. Еще раз, длина здесь в данном случае 82 сантиметра и стоимость также 199 тысяч. Кобра капюшон, который переходит у нас с вами в воротник. Зашли куда-то в помещение, он выкладывается вот таким вот образом. И смотрится просто великолепно. В следующих видео я обязательно покажу модели, которые также заслуживают внимания. Это цвет васильковый, это цвет марсала, изумрудный, графитовый и, конечно, базовый черный. Все это для вас. Повторяюсь, когда вы выбираете изделие, пожалуйста, проверяйте все полностью атрибуты. Это капюшон, это рукава, то есть заглядывайте под рукава всегда, да? Фабрика, когда не удешевляет изделия, она всегда ставит полностью хребтовые части. Итак,
Вот такой вот вариант у нас с вами получается. Ну и то, что я всегда говорю, заглядываем обязательно в капюшон. Ну и все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, также в режиме онлайн оформляется рассрочка без процентов и переплаты. Смотрите, какая красавица. Шикарная шуба, что белый и пудровый вариант, они работают абсолютно на равных. Ну, а мы, как всегда, ждем ваши мерки, это объем груди, бедер и вашу ростовку. Не забываем, у ее мечты семьи Олимпия, и мы идем дальше.